Дорожки для велосипедистов и роллеров, детская площадка и аллея фамильных деревьев появятся в Краснофлотском районе Хабаровска. В начале лета здесь начнется вторая очередь реконструкции парка Дома офицеров флота. Не так давно заброшенная с 90-х годов территория перешла в собственность администрации города. Восстанавливать ее начали в прошлом году. Будет предусмотрена спортивная массовая площадка с возможностью сцены, как ракушка вот у нас на стадионе «Динамо», на набережной ракушка, где можем проводить какие-то, не знаю, мелкие там мероприятия Краснофлотского района. Первая очередь строительства завершилась прошлой осенью. В парке установили универсальную спортивную коробку. Она подходит для нескольких видов спорта. Разбитые дорожки вымостили брусчаткой. Последователи здорового образа жизни облюбовали площадку с новыми турниками. Теперь здесь можно готовиться к сдаче нормативов комплекса ГТО. Сюда приходит много людей, просто занимаются. Вот. Бегают тут, подтягиваются, катаются на велосипеде. Вот. А пока здесь не было площадки, я просто бегал. Здесь были дорожки вот, в парке, потому что здесь заниматься очень хорошо. В том плане, то, что здесь деревьев много, свежий воздух. Когда-то парк Дома офицеров флота был местом отдыха жителей Краснофлотского района. Здесь знакомились, гуляли, а после женились. Возрождение семейных традиций – еще один пункт в плане реконструкции парка. Посадить семейное дерево – сосну, липу, клен или дуб – с именной табличкой сможет любой желающий. Для этого нужно оставить заявку в администрации района. Всех приглашаем посадить семейное дерево. 13 мая с 12 до 4 будет проводиться акция. Для людей с ограниченными возможностями в парке обеспечат доступную среду. Реконструкция продолжится в июне, закончить работы планируется в сентябре. Из городского бюджета на это выделено 18 миллионов рублей. Следующим этапом реставрации станет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшего кинотеатра. В парке появится прокат спортинвентаря и Wi-Fi. Анастасия Незнанова, Алексей Игнатьев. Хабаровская студия телевидения.